Ну, расскажи, актерская песня, весенняя причем. А эта песня написана в соавторстве, да, в сотрудничестве с Людмилой Ивановной Миляевой. Ивановой Миляевой. Да, верно. Ивановой Миляевой. Называется она «Я репетирую лягушку». У Людмилы Ивановны Ивановой был такой цикл актерских песен. Вот это одна из актерских песен. Она сама превосходно изображала эту лягушечку. А теперь вот мы вам ее покажем. Как чувствуете вы себя? Ква-ква!